Seni görmüşüm gitti ömrüm de vazgeçti. Ömrüm bir kere gibi senin başka vazgeçti. Жүрегіңнен бір орын бертін ұшыласын жүрегі Білдей сезім дұш жүректе бірін жарын кез келді. Первая щука. Ачу! Ребята, первая щучка. Открытие, первая щука. Ну, конечно, мы же его отпускаем. Небольшая. Поймал на такую жерлицу. Поставил 16 петровну. Поклевки были, но безрезультативно. Сыграла старая жерлица. Все на этом. Приехали мы с утра с братом. Так и ничего не поймали. Сейчас время обед уже. Собираемся домой. Смысла нет оставаться. Да ну нафиг, жерлица Петрова сыграла у меня. Что-то есть. Ну давай, 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 еще. Хорошая. Багор, багор. А где багор? Там, там. Все, 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 достал, достал. Ну она капец толстая, внутри что-то есть у него. Хорошая. Хорошая, съедобная. Ачу, первый лед. Хорошая, хорошая. Подшкурник, да, сработал? Ну-ну, только домой собирались уже. Щуковки собирали уже. Сработала вторая. Первый маленький был, отпустил. Вот это полторашка. Всем привет, друзья. Подписчики, вы на канале Шим Рыбалка. Давно видео не было. Уже полтора месяца на рыбалке не был. Сегодня я выехал с братом на рыбалку. На Ишим, на заводе Ишима. Поставили 16 жерлицы Петрова. И 4 обычных жерлиц, тоже китяу жерлиц. 2 часа посидели, чай попили на льду. Кур, да, покушали. Клёво не было. Только вот собирались уже домой. У меня 2 жерлиц клюнуло. Первый небольшой, 500 граммовый. Второй около 2. Блин, думал, видео не получится, честно. Все равно я верю, что лучшие рыбалки в этом году еще впереди. Через 5 дней поедем на рыбалку с Илюхой, как положено, командой. Будет отличная рыбалка. Всем спасибо за уделенное время. Но я с вами не прощаюсь, может еще что-то клюнет. В общем, жерлицы Петрова я сегодня разловил. Толком не понял, но щуку поймал на него. В общем, ребята, разведка удалась.
Это разведка. Первый лед все впереди. Вот так. Ставим лайки. А чё? Через дней 5-6 будет хитяу видео. Обещаю. Красные розы, синие фиалки, горькие слезы, огонь зажигалки.